печет? Моя бабушка печет замечательные блины. У моей бабушки тоже получаются очень вкусные блины, правда, она их печет. Какая разница? Давайте выясним, что же бабушка делает с блинами, пекет или печет? Можно сказать, я пеку блины, значит, бабушка их тоже пекет. Нет, все не так просто. Вот смотри, я пеку, они тоже пекут. Да, избивают всех с толку. Но ведь есть правило. Если не знаешь, какую букву написать, нужно взять проверочное слово. Я пеку. Но есть еще глагол «печь». Что же получается? Можно сказать «я печу»? Нет, здесь что-то не так. В русском языке много хитрых правил и исключений. Например, как в случае с выпечкой. Буква «Ч» и «К» все время меняется. В духовке еду запекают. Но при этом мы запечем еду. И правда, меняются буквы. Иногда сразу ясно, как говорить. Иногда, как со словом «печет», может возникнуть путаница. И здесь нужно просто запомнить, что слово «печет» не существует. Я запомнил. Бабушка блины печет. Ты молодец. И за это я испеку тебе пирожок.